Котятки, всем привет! Во Вьетнаме начался с сегодняшнего дня дуриановый беспредел. Цены снизились уже до 90 донгов. Сегодня только днем я покупал по 120. И сейчас вот уже купил такого монстра по такой же цене. Он мне обошелся примерно 750 рублей, вот второй за день. Но он гораздо больше. Поэтому если в начале цена уже 90 донгов, то дальше будет, наверное, я думаю, совсем интересно. Теперь давайте посмотрим, что же там у него внутри. Особенно это будет интересно тем, кто сам никогда еще не ел дурни и не знает, как они выглядят после вскрытия, так сказать. Вот смотрите, абсолютно спелый, как узнать, просто попробовать вот так пальчиком. Видите, он на высшей ступени спелости. То есть он еще не переспел, как раз вот то самое время.